Врачи называют ее деменцией, народ старческим маразмом. В последние годы она стала проблемой не только психиатров, но и общества. По оценке Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число людей с деменцией приблизится к 150 миллионам. Можно ли предотвратить слабоумие? Обсудим в ближайшем выпуске программы «Звоните доктору» с врачом-психиатром Дарьей Смирновой. Смотрите 25 февраля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 202 11 22.